в проектировании, ну, в частности, BIM. BIM, наверное, уже набил оскомину многим на сегодняшний день. Насколько это важно, насколько это требует внимания и в процессе подготовки проектной документации, в конце тоже об этом поговорим. Ну, поехали. Если говорить про процесс проектирования, я вставил слайд из методических рекомендаций по созданию индустриального парка. Наверняка его, эту методичку уже все видели. Может быть, каждый день к ней обращаются. Выделил красным прямоугольником тот процесс, о котором мы, собственно, говорим. Здесь я бы хотел вот сделать паузу и там сослаться на Ирину, спикера от Severin Development, которая говорила вот в прошлой части нашего вебинара, обратить внимание на предпроектную стадию и на техническое задание. Мы об этом еще, наверное, сейчас поговорим, но для коллег, наверное, я хочу обратить внимание, что предпроектная работа, эскизная, создание концепции, проектная, собственно, разработка проектной документации, рабочей документации – это непрерывный процесс. Очень неправильно относиться к этому как к разным, независимым друг от друга этапам, когда концепцию разрабатывает одна организация, одни консультанты, потом они исчезают, приходят новые, разрабатывают какую-то предпроектную проработку, дополнительную делают, готовят техническое задание, потом опять они уходят, приходит другая организация проектная и занимается уже, ну, подхватывает. На всех этих этапах происходит потеря данных, происходит отсутствие преемственности каких-то решений, и каждый раз на каждом этапе происходит некий пересмотр решений. Поэтому, с одной стороны, это выглядит как отдельный этап, но это, по сути, продолжение предыдущих работ, связанных с подготовкой технического задания и концепции. Собственно говоря, если мы говорим о требованиях к проектной документации, то, наверное, основной документ, который регулирует состав проектной документации, это градостроительный кодекс. Наверное, это тот документ, во-первых, который постоянно меняется. Вот обратите внимание, что последние изменения вступили в силу буквально там, 1 сентября. Этот документ является федеральным законом. Он регулирует практически там, все аспекты градостроительной деятельности, проектирования, инженерные изыскания, строительства, проведения экспертизы и так далее. Поэтому этот документ должен быть всегда в зоне доступа, к нему придется постоянно обращаться. Собственно, поэтому я его и упоминаю. Здесь я привел ссылку на пункт 13 градостроительного кодекса, статьи 48, собственно, говорящие о том, что состав и требования к содержанию разделов проекта документации, они регулируются, обозначаются объекты, которым необходима разработка проектной документации и требования. Следующий документ, важный и, наверное, наиболее строгий и критичный, это постановление правительства Российской Федерации номер 87 от 16 февраля 2008 года. Слава богу, он не претерпевает изменений так часто, как градостроительный кодекс. Этот документ, он за то время, как он существует, местами, наверное, потерял свою актуальность и, насколько я знаю, будет переработан и уже ведутся определенные работы по его корректировке. Этот документ определяет состав проектной документации, он определяет, какие разделы должны быть разработаны, он определяет состав самих разделов. Документ составлен таким образом, что там все равно есть, ну, могут быть некие разночтения или немножко разные трактовки.
То есть, например, просто как там, для инженерных разделов, например, отопление, вентиляции, согласно этого постановления, не нужно разрабатывать там планы расположения оборудования. Тем не менее, в разных проектах это может потребоваться уже отдельно по требованию экспертизы. Для того, чтобы пояснить или дать там, развернутые решения по тем или иным участкам объекта, где там, принципиальные схемы не дают, не показывают суть принимаемых решений. Вот, если говорить о... Ну, обращаю ваше внимание просто на слайд. Это постановление правительства работает для, в принципе, для всех видов строительства. Это и реконструкция, это и новое строительство, и в том числе и частично капитальный ремонт. Он актуален, в принципе, для всех объектов. Это и объекты производственного назначения, и объекты непроизводственного назначения, это и линейные объекты. Данное постановление, оно вводит разделение документации на два вида. Наверняка слышали и о рабочей документации, и о проектной. Проектная... Но здесь надо понимать, что есть вид документации, да, которым я сказал, рабочая документация, проектная документация, есть понятие стадии проектирования. Зачастую это пункт, который фиксируется в техническом задании, двухстадийное проектирование или одностадийное проектирование. Я думаю, что для таких объектов, как индустриальные парки, инфраструктура индустриальных парков однозначно одностадийное проектирование не может быть рассмотрено, поскольку это актуально для объектов небольших размеров, небольших масштабов. Вот мы говорим исключительно о двух стадиях проектирования, когда первая стадия – это стадия П, так называемая стадия проект. Это тот комплект документации, который, собственно, регулируется постановлением правительства Российской Федерации номер 87, и тот комплект документации, который проходит экспертизу. Вторая стадия – так называемая рабочая документация – и это уже детализированное решение, принципиальное решение, которое принимается на стадии П, и подготовка, собственно, самих чертежей, спецификаций, которые, согласно которым, по которым будет реализована уже строительно-монтажная работа. То есть здесь идея каждой из стадий, она разная. Стадия П, задача стадии П глобально показать, насколько этот проект реализуем. И, собственно, почему он проходит экспертизу. Экспертиза проверяет те принципиальные решения для подтверждения того, что этот проект реализуем с точки зрения конструктивных решений, с точки зрения архитектурных решений, с точки зрения решений по системе инженерного обеспечения. Поэтому там речь идет, как правило, о принципиальных решениях. Пойдемте дальше. Еще несколько слов о составе проектной документации. Повторюсь, что состав стадии П регулируется постановлением правительства номер 87. Здесь я привожу ссылку на другое постановление правительства номер 145 о порядке организации проведения государственной экспертизы. Что касается экспертизы, наверное, надо отметить, что у нас в России есть понятие государственная экспертиза и негосударственная экспертиза. И та, и другая с точки зрения законодательства на самом деле имеют одинаковую силу юридическую, однако могут быть отдельные требования к проектам. Если, например, если в проекте участвует государственный бюджет, то, как правило, проект должен проходить государственную экспертизу. Но, наверное, для индустриальных парков это, наверное, самый распространенный случай. Хотя есть частные индустриальные парки, которые строятся на частные деньги без привлечения государственных субсидий, и они проходят и могут проходить негосударственную экспертизу.
Негосударственная экспертиза, она, как правило, дешевле, потому что это рыночные отношения на рынке оказания экспертных услуг, и каждая экспертиза, по сути, является участником такого рынка. И поэтому они стремятся оказать наиболее коммерчески лояльные условия, предоставить. Собственно, подход к подбору некоммерческих организаций должен быть таким же, как и подбору любого подрядчика-контрагента. Очень часто бывают случаи, когда в погоне за дешевые экспертизы в итоге мы получаем отсутствие должных, нужных экспертов в составе экспертизы, и они привлекают каких-то других людей со стороны экспертов, которые не всегда на связи. Это поэтому там срываются сроки, выдаются замечания очень долго и могут выдаваться не очень компетентные замечания. В общем, это такая же история, как и с любым другим контрагентом, то есть качество оказываемых услуг. Поэтому здесь на экспертизе, если это государственная экспертиза, то вопрос снимается сразу. Если есть возможность негосударственной экспертизы, я бы рекомендовал рассматривать все-таки негосударственную экспертизу, если такая возможность есть, но подойти очень тщательно к выбору экспертной организации. Еще можно отметить, что генпроектировщики любят, наверное, больше работать с негосударственной экспертизой, потому что это более гибкий подход с точки зрения сроков, более гибкий подход с точки зрения предоставления там, проектной документации на проведение экспертизы и возможность более там, плотного контакта с экспертами, что иногда не получается или исключено с государственными экспертизами. Там этот процесс может быть зарегулирован и с точки зрения просто организации взаимодействия очень усложнен. Вот. Что касается рабочей документации, еще раз, рабочая документация – это, по сути, набор там, чертежей, документов, спецификаций, которые являются основанием для реализации принятых в проекте решений. То есть, по сути, то, что идет на стройку. Рабочая документация может разрабатываться параллельно со стадией П. В этом есть свои риски, поскольку на стадии П в процессе прохождения экспертизы могут быть внесены какие-то изменения принципиальные в проект, которые должны быть отражены в рабочей документации. Поэтому зачастую, очень часто, рабочая документация как раз-таки и разрабатывается параллельно со стадией П, но здесь надо понимать эти риски, что какие-то решения нужно будет перепроектировать. Хотя в идеальном мире рабочая документация разрабатывается после прохождения, после разработки стадии П и прохождения государственной экспертизы. Рабочая документация, она состав и требования детализации рабочей документации, ну, частично регулируется ГОСТом, который называется ГОСТ 21.11.01.2013 года, основные требования к проектной рабочей документации. Тем не менее, он может быть дополнен техническим заданием со стороны техзаказчика-застройщика. То есть, в общем, детализацию регулирует технический заказчик и именно он определяет, что там должно быть. Здесь на слайде я привожу разделы, стандартный, по сути, набор разделов, согласно постановлению правительства 87. Ну, наверное, это всем известная информация. Я бы обратил внимание только на некоторые аспекты. Вот я в конце выделил, написал ИРД, поставил восклицательный знак. Исходная разрешительная документация тоже является, входит в состав проектной документации, которая подается на экспертизу. Я бы, наверное, остановился, да, на понятии ИРД и важности ИРД. Для индустриальных парков, ну, из нашего опыта, это управляющая компания, которая занимается... Управляющая компания – это та структура, которая занимается подготовкой исходной разрешительной документации и предоставлением его генеральному проектировщику. Наверное, это одна из
один из плюсов там, размещения резидента в индустриальном парке или в особой экономической зоне, это то, что вопросы, связанные с ИРД, вопросы, да, связанные с землей, с подключением, это берет на себя управляющая компания. Собственно, на том исходно-разрешительная документация включает в себя и документы на землю, он включает в себя технические условия, он включает в себя справки от различных надзорных ведомств касательно наличия там особо охраняемых территорий, скотомогильников, каких-то захоронений, территорий или объектов культурного наследия и прочее, прочее. Если это не индустриальный парк, если это какое-то размещение где-то в другом месте, то, как правило, этот процесс занимает очень много времени и очень много головной боли, когда нужно согласовать те или иные, согласовать с теми или иными ведомствами размещение нового объекта. Для индустриального парка, но это в идеале эти вопросы не стоят, потому что объект располагается там, где, собственно, вся территория выделена под размещение там определенного производства. Я бы еще обратил внимание на раздел «Технологические решения». Это раздел 5, подраздел «Технологические решения». Опять же, делая отсылку к предыдущей презентации, где говорилось о важности технологии, которую мы размещаем. Здесь просто, наверное, повторюсь, что на этапе подготовки там, предпроекта, концепции, технического задания очень важно определиться с технологической составляющей и с технологическим решением, которым будет размещаться на объекте. Даже там склад, просто склад, это не технологическое решение. Бывают различные склады, различного хранения, количество, качество складируемого там материала. Оно все влияет на очень много вещей. Это и взрывоопасные могут быть вещества, это влияет на пожарную безопасность, на необходимость организации там, противопожарных стен или пожарных отсеков, это влияет на конструктивные решения, это влияет на подбор инженерного оборудования. Поэтому здесь рекомендация очень, ну, чем больше, тем лучше уделить детализации именно технологических решений, технологических требований. Еще обращу внимание, наверное, раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Это не обязательный раздел, но если участвуют заемные средства, то, как правило, этот раздел всегда разрабатывается. Он может не разрабатываться, если это частная история. Смета – это не просто там расчет бюджета, это документ, который составляется на основании ФЭРов или ТЭРов, то есть федеральных или территориальных расценок на строительно-монтажные работы, и потом таким же образом проходит экспертизу. Как правило, для банка, ну или для государства, если участвуют государственные деньги, то заключение по смете, экспертиза является основанием для подтверждения бюджета капитальных затрат для возведения объекта. Если говорить о необязательных еще разделах, например, раздел номер 6, проект организации строительства, тоже является необязательным, может быть, для кого-то новость, но он может быть не разработан по заданию заказчика. Но, как правило, этот раздел все-таки разрабатывается. Он носит зачастую, к сожалению, формальный характер, где описываются просто какие-то базовые требования к производству строительно-монтажных работ. Готовится строительный стройгенплан с размещением строительного оборудования, делается сетевой график строительства. И, ну, к сожалению, подход к нему бывает зачастую такой, что просто формально, главное, чтобы был. Я все же рекомендую такой более продуманный и вдумчивый подход к разработке раздела проекта организации строительства. Это облегчит и расчет бюджета строительства, и потому что
тот график, который там заложен, на нем зиждется и смета, то строительное оборудование, которое там заложено, опять же, это является статьей расходов. И для следующего этапа уже строительно-монтажных работ, для генерального подрядчика, если документ проработан хорошо, он бы очень сильно облегчал жизнь. Вот, наверное, и еще, наверное, скажу по поводу раздела номер 8, перечень мероприятий по охране окружающей среды. Вот концепция по экологии, в целом она должна быть, конечно, решена еще на этапе предпроектных концептуальных проработок. Идет ли речь о, например, санитарной защите зоны для всего индустриального парка, что, наверное, самая распространенная ситуация. Соответственно, это зависит от тех видов производств, которые там будут размещаться, или речь идет о отдельной СЗ для каждого объекта. В общем, здесь этот вопрос даже не сколько этапа разработки проекта документации, сколько этапа предпроектных работ. Отдельно постоянное правительство регулирует состав проекта для линейных объектов. Он несколько отличается. Линейные объекты, что мы называем линейными объектами? Это трубопроводы, это водоводы, это какие-то другие, это газопроводы, это, может быть, дороги и так далее. Это, опять же, это является... Но в состав инфраструктуры индустриального парка однозначно это входит, поэтому тоже надо обратить на это внимание. И прежде чем мы поговорим по поводу BIM, я не знаю, я успеваю, у меня как со временем? Да, Алмаз, можно еще? Чтобы подытожить, наверное, по поводу... состава проектной документации, требований. Еще раз, есть градостроительный кодекс, который регулирует вообще всю градостроительную деятельность, и в частности проектную, архитектурно-проектную деятельность, и есть документ постановления правительства номер 87, который является основным документом по определяющий состав и требования к проектной документации, так называемой стадии П, которая проходит экспертизу. Есть рабочая документация, которая является основанием для производства строительно-монтажных работ, и, собственно, в идеальном мире разрабатывается на основании принципиальных решений, которые разработаны на стадии П, но зачастую это происходит параллельно. Об этом риске надо просто всегда понимать, что какие-то решения могут быть пересмотрены или перепроектированы. Еще один момент, сейчас просто вспомнилось. Стадия П, поскольку на стадии П проходит экспертизу, и на основании заключения экспертизы уже получается разрешение на производство строительно-монтажных работ, то в рамках сжатых сроков там, инвестиционного плана реализации там, проекта индустриального парка, где очень жестко зафиксированы какие-то сроки, конечно, застройщик, инвестор стремится на, как можно быстрее выйти на площадку, поэтому для того, чтобы выйти на площадку, нужно разрешение на строительство. Поэтому и зачастую жертвуют, наверное, проработкой стадии на уровне стадии П. Главное, чтобы войти в экспертизу и поскорее из нее выйти. Эта история, наверное, работоспособна, это, наверное, нормально, но нужно понимать, что в процессе производства работ, разработки рабочей документации выявятся какие-то нюансы, которые не были учтены, именно принципиального характера, которые не были учтены на этапе стадии П. И ближе к концу производства строительно-монтажных работ появится необходимость прохождения повторного прохождения экспертизы стадии П. Но уже стадия П будет скорректирована в соответствии с новыми решениями, которые были приняты уже на этапе строительства. И это достаточно распространенная практика, и к этому надо быть готовым. Вот. И, наверное, несколько слов о BIM, информационном моделировании зданий. Буквально здесь несколько слов о вообще зачем это
нужно ли это и что это такое. Я не буду, наверное, вдаваться в какие-то технические аспекты, программное обеспечение, какое используется для этого. Основная идея, которая заложена в информационное моделирование, это, собственно, модель здания, информационная модель. Некоторые считают, что это просто некая 3D-картинка, которая содержит, ну, просто геометрию. На самом деле, только один из аспектов, отражающий информацию о здании. Да, безусловно, наверное, самый нужный, правильный для заказчика – это геометрия здания. Тем не менее, модель содержит не только геометрические какие-то параметры, но и параметры самого материала могут быть заложены. В принципе, мы не ограничены ничем в плане того, какими параметрами может быть оснащена или оснащена модель здания. Информационное моделирование признано облегчить процесс проектирования, сделать его более комплексным, потому что в одной модели, в виртуальном пространстве могут работать разные специалисты. Говорить о том, что они будут, ну, что они работают параллельно, наверное, говорить это неправильно. Это все равно в какой-то степени последовательная работа. Например, там, архитектурная модель поднимается сначала, потом она дополняется какими-то конструктивными изменениями. Далее эта конструктивно-архитектурная модель уже передается инженерам механических систем, ОВЭ, ВК, инженерам-электрикам и так далее. Тем не менее, модель такое информационное моделирование здания позволяет, наверное, онлайн в моменте увидеть состыковку или нестыковку, например, инженерных систем и конструктивных элементов, то есть так называемое выявление коллизий. Это позволяет сократить до минимума проектные ошибки, когда, например, зачастую, ну, раньше бывало так, что настройки еще до появления BIM, разработки 3D-моделей, настройка проходит чертежи, и там трубопровод идет и попадает в стену, в глухую стену. Вот для того, чтобы избежать, например, таких коллизий, информационное моделирование, конечно, облегчает. При этом информационное моделирование – это процесс, точнее, раз и начать сходу делать информационную модель и научиться это делать, наверное, так тоже не получится. А компании, исполнители, проектные организации должны сделать там энное количество проектов, должны разработать энное там количество библиотек семейств, штат компании генерального проектировщика должен обладать BIM-менеджерами, BIM-координаторами и, собственно, компетентными инженерами, архитекторами, которые умеют обращаться с программным обеспечением. И есть внутренний стандарт компании по информационному моделированию. Все это очень комплексные вопросы, которые, наверное, управляющим компаниям и инвесторам, на которые нужно управляющим компаниям и инвесторам обратить внимание. Это, одним словом, зрелость генерального проектировщика в плане применения информационных технологий проектирования. Просто сказать, что вот мы умеем, да, ну, наверное, это говорят все. Здесь нужно обращать внимание на наличие внутреннего стандарта, наличие специалистов, наличие портфолио реализованных проектов. И насколько я помню и знаю, что с 1 января 2022 года все государственные объекты с госучастием, они должны быть разработаны именно с применением BIM-технологий. Это такое достаточно жесткое как бы нововведение, с которым спорят там участники рынка, говорят о том, что рынок не готов, рынок именно оказания проектных услуг. Но, тем не менее, требования есть, да, и с этим надо будет дальше жить. Ну, наверное, этот слайд как раз-таки просто повторяет то, о чем я сказал. То есть модель данных здания это содержит как бы информацию об объекте. Вот на данном слайде просто некая
отличие, что ли, подхода, идеологии применения BIM и традиционного подхода. То есть BIM, поскольку у нас все параметры объекта, они содержатся в одной модели, мы, используя эту модель, можем, во-первых, это результат проектирования, мы из модели и готовим проектную рабочую документацию, мы с использованием модели, информационной модели здания, можем посчитать объемы и посчитать ведомости материалов и провести таким образом тендер, конкурс на выбор там, подрядчика, генерального подрядчика. Потенциально есть возможность использовать модель для, на этапе эксплуатации, но для этого нужно применять уже дополнительное программное обеспечение, в которое будет интегрирована модель здания. То есть он, по сути, это такая модель, которая содержит в себе всю информацию об объекте. На этот слайд я его добавил не столько это про BIM, сколько вообще про подход в целом, более правильный подход, по моему мнению, к проектированию. Я назвал этот слайд «Проектирование полного цикла». Показал я здесь основные этапы жизненного цикла объекта, где первое – это разработка концепции, предпроектная история, потом проектирование, собственно, там стадии П, рабочая документация, строительство и эксплуатация. И вот вначале я говорил о том, что непрерывность этого процесса очень важна. То есть на каждом из этапов у нас происходит потеря данных. Я как раз обвел красными кружками, когда приходит отсутствие какой-то преемственности принимаемых решений на том, на каждом из этапов, и когда приходят разные исполнители, уходят старые, то есть что-то было принято на концепцию, оно куда-то потерялось, потом что-то происходит на проектировании, на этапе проектирования, потом агент-проектировщик либо не участвует, либо приходит, там, например, генеральный подрядчик, который делает рабочую документацию, а не генеральный проектировщик, и вносит те изменения, которые удобны ему как генеральному проектировщику. Потом самый, наверное, болезненный этап – это передача там, проектной исполнительной документации уже на этап эксплуатации, когда, опять же, может быть из-за некачественного исполнения исполнительной документации теряется очень много вещей, и это вызывает массу вопросов на этапе эксплуатации. Вот, наверное, об этом мы в последнее время часто говорим, что все данные, которые используются на всех этапах жизненного цикла, они должны где-то аккумулироваться, они должны где-то собираться. Ну, вот это на самом деле диаграмма, это переведенная с английского, это называется Building Life Cycle Intelligence, и это такой общезапатентованный даже подход в Европе, который требует сохранения данных об объекте на протяжении всего жизненного цикла. Для этого используются там определенные там, программные обеспечения, точнее, используется, по сути, база данных проекта. Поэтому я, наверное, с своей стороны рекомендую, призываю к тому, чтобы застройщик, техзаказчик имел такую базу данных, в которой аккумулируются и далее администрируются самые актуальные данные об объекте, чтобы данные начали собираться уже на этапе концепции и вплоть до уже эксплуатации объекта, там все аккумулировалось. Это будет облегчать, поверьте мне, это будет облегчать работу на каждом этапе для каждого исполнителя. Мас, попрошу вас уже... Последний слайд, на самом деле, последний слайд, это просто как напоминание, то есть больше внимания уделять предпроектной проработке, об этом говорил в предыдущей презентации, техническое задание на проектирование, то есть не формальный подход, а именно вдумчивый подход к подготовке техзадания, это выбор, правильный выбор генерального проектировщика, то есть оценка компетенций и в том числе там BIM-составляющей. Это технологические решения должны быть правильно оценены, подобраны, детализированы. И в меньшей степени, наверное, вопрос экологии. Наверное, все. Вот, Татьяна.
Да. Спасибо большое, Алмаз. Коллеги, если есть вопросы, можно их задать, зафиксировать тоже в чате. Повторюсь, что будут доступны презентации и контакты всех наших экспертов сегодняшних. Поэтому без стеснений, я, наверное, уже по результатам нашего сегодняшнего вебинара можно будет уже детально обращаться к экспертам, которые, имея очень огромный опыт, как международный, так и здесь, в России, смогут, безусловно, оказать нужную поддержку по вопросам проектирования, создания индустриальных парков. Давайте двигаться дальше. Я тогда перехожу к финальному экспертному докладу на сегодняшний день в нашем вебинаре. Да, Алмаз, спасибо вам большое. Экспертиза проектной документации, все, что связано с типовыми ошибками или с типовыми трудностями, не будем